Не. Смысл просто перескажите, зачем это? Болин это, как вам сказать, ну, как, ну вот, содержание болин это приносит жертвоприношение богам, ну, хранителям божеств. У них бывает болин разный. И делается оно с этого, из швейной муки, поджаренной швейной муки. И туда добавляется сахар, топленое масло. И большим, это когда бывает молебны на Сатасане, в Белгинском, вообще, ну, это храмах буддийских. И каждый большой праздник делаются такие болины. И делается, ну, как сказать, разные, ну, вот они сидят, вот, делают. Ну, еще плюс это там краски, там покрыто, добавляется, что там сверху, это покрывается этим хозяйным маслом. И цветы делаются с этого тоже хозяйным масла. Краски там, тоже подбираем сами. Работа так-то, сидячая работа. Ну, в основном так-то нам эти ребята нравятся, когда делают искусство, то, что называется, и когда красиво получается, ну, в душе как-то смотришь красиво. Ну, так-то, говорят, когда красиво делаешь, когда прихожанам, ну, молят, ну, люди верят, что приходят, прихожане смотрят, и их это, человек понимает настроение там, и, ну, празднично все, и, наверное, все. А у каждого своя модель болина, в каждый по-своему разукрашивает, да? По-своему, но это, допустим, вот стоит, это дает как болин, да, лама, ну, это ламом делается. Серый. Да, это который белый стоит. Mm-hmm. Там есть шептык, который, ну, хранителем, ну, местности, там саптак называют шептык. А там еще есть хранители божества, там, и там есть, там, много чейжин, ну, разные. Куда и когда их ставят? Когда идет молебны, в храме вставляется на алтарь, и там есть еще жертвоприношение, там еще есть, ну, много там этих, тахил называется, когда вставляется. Все. Так-то они вкусные? Ну, попробуйте.